Нет, 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 не убивайте меня. Не убивайте. Нет, нет. Хай, ребята. Сегодня я буду играть в War Thunder. Игру, где война не имеет конца. Здесь всегда, всегда, всегда идет война. И давайте мы пойдем в бой. Но для начала я вам скажу, что я играл в эту игру уже очень давно. Ну, начинал играть очень давно. Поэтому сейчас у меня вот такие танки уровня 4-го, если я не ошибаюсь. Вернее, 4-го ранга. Ну а мы идем в танковый реалистичный бой. Ну а для начала мы возьмем какой-нибудь танк. Например, давайте возьмем... Ну, ИСУ-152, допустим. Снаряды я загружаю не полностью, чтобы они не взорвались, когда мне не надо. О, так. 10 FPS. Ох, ёлки-палки. Да, что-то я переборщил с настройками графики. Давайте поставлю я пониже. Так-то получше хотя бы. 22 FPS. Ой. Ну давай, поехали. Едем на точку. На точку, на точку. Едем на точку Б. Прям самое пекло. Самое... в самый центр карты. Будем там всех мочить. Хотя, конечно, я уж долго времени не играл. И я уже не помню, как играть особо. Ну, вы знаете, да, у меня с компьютером проблемы были. Мне пришлось установить игру заново. Поэтому и графика сбросилась. Ну и стала другой, соответственно. Ну а мы едем на точку Б. Мочить всех противников. Так, я что-то боюсь на точку Б ехать. Я, наверное... Ой-ой-ой. Так. Там враг, там враг. Там враг. А, тут настройки сбросились. Ну вот. Ну, первый раз все-таки взял танк за этот месяц, получается. Рак за клавой нас убил. Ну, тогда давайте возьмем другой танк. Например, какой можно взять? Ну, давай ИС-1. Я его люблю за то, что он, ну, быстро перезаряжается, в отличие от ИС-2. Да и бронированный он. И да, реакция у меня медленная, так что я лучше на бронированном танке буду играть, чем на каком-нибудь легком танке, в котором нужно за секунду выстрелить. Давай едем на точку... Ну, давай так же, на точку Б, только высовываться не стоит, я это уже понял. Стоит просто стрелять издалека, что ли? Ну, я так тоже не умею. Так, у меня тут все управление сбросилось. Так, бинокль хоть остался, так. Я уже не знаю, как... Так, это не то. Ну, в общем, я не знаю, как дальномер включить. Придется вручную определять расстояние до точки. Фу, до врага, до цели. Но это не проблема. Обнаружен инородный истребитель. Так, опять я не могу прицелиться. Так, настройки сбросились. С мышкой, вернее, при помощи мышки я не могу приблизить экран. Едем, едем, мочить врагов. Едем. Мы их всех замочим, давай. Можно назвать это видео, как нуб играет в War Thunder. Ну, вы, наверное, понимаете, что я все-таки не мастер игры. А из-за чего это может быть? Я вот врагов даже в упор почти что не вижу. Неужели это из-за большого экрана? Напишите в комментариях, как вы думаете. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Не, вернее, для меня это довольно-таки важно. А мы пытаемся мочить самолет, но неудачно.
Так, смотрите, здесь уже поудобнее. Здесь нету полей. И враги тут ровно по прямой, скажем так. Я не люблю, когда враги где-то там из... с километра дальности стреляют. Так что неудобнее стрелять сближенной... с близкой дистанции. Ах ты ж, тварь! Кто это был? Лишь бы не убили, а? Лишь бы не убили, а то следующий бой надо начать. Давай, давай. Так, спрячемся вот тут. Ого. Я, конечно, много чего видел. Но... Так, самолет близко. Так, не, я не видел близко самолетов. Так. Ага. Стоит ли ехать дальше? Да давай, поехали, ничего не будет. Мы же все-таки машины смерти МС-1. Ну это, конечно, не МС-1, но ИС-1. Значит, истребитель смертей. Смертельный истребитель. А, истребитель смертельный. Один. Так. Где тут враг? Где тут враг? Я слепой, шара. Где тут враг? Сейчас я только подъеду к нему, и меня убьют. Нам повезло, что не на нас кинули бомбы, а возле нас. Вот как он через дым стреляет? Я вообще не представляю даже. Каким образом он стреляет через дым? Ой, я случайно нажал. Ах, 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 ах. Нет, 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 не убивайте меня. Не убивайте. Нет, нет. Ну бы убили War Thunder. Берем ЗСУ. Ну, давай. Где? Где мои самолеты? Мочить всех. Обнаружен враг. Слишком дальняя дистанция для уничтожения врага. Так, смотрим, 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 ищем. Да давай же ты. Так, это в кого стреляет? Так. Не в меня, надеюсь. За километр. Мало ли, может и такое быть. Это ж War Thunder. Тут за 6 километров могут тебе лепить. Так. Обнаружен враг. Высота близкая. Мочим. Так, нет, так неудобно. Вот. Да блин. Управление. Да, я не особо умею стрелять. Где же ты? Так, надо стрелять на упреждение. Блин, еще лагает. Вернее, зависает. Не, я в него не попаду. Я обычно делаю так, чтобы все враги сначала посмотрели на меня и летели прям ко мне. А потом я их мочу быстренько. У меня же все-таки пушка мощная на этом ЗСУшке. Да. Пока самолетных целей не видно. Вернее, авиацелей. Придется. А, как я делаю, когда целей нет? Я просто смотрю за одним из союзников. А союзники всегда находят вражескую цель. О, наконец-то исправили баг того, что... Когда стоишь на этом танке, то есть в неподвижности, он вот так вот трясется и не может стрелять. Это издевательство какое-то было раньше. Ну давай. Так, до конца боя меньше чем 12 минут. Скорее всего. Ну,
Потому что бой ничей, скажем так, мы не закончим. Мы, скорее всего, добьем до конца. Ну, а вражеских целей я не вижу. ЗСУ не видит вражеских целей. Что же делать, что же делать? Будем просто смотреть за союзником. Сменим союзную цель. Так, все, тряска закончилась. Нет, Ту-2 это бомбардировщик, это не то, что нам нужно. Нам нужен истребитель. Вот, Як-9. Ну, давай за ним дальше опять следить. И продвигаться в это время вперед. Прямо к вражеским, скажем так, базам. Хотя враги проигрывают, а мы выигрываем. Я молодец, я почти на последнем месте. Как видите, я очень хорошо играю. Я так понимаю, за этот раунд я ни один самолет не уничтожу. И мы победили, поздравляю. Я на 14 месте, ура! Ура! Почти на самом последнем, ура! Ну, хоть мы и, скажем так, никак не работали в игре, нам все равно дали 4000. Хотя нет, учитывая ремонт, по-моему, мы в минусе. Ну ничего. Так, ну это не важно. Как видите, у меня дефицит серебряных львов. Ох, елки-палки. Да, мы точно определенно в минусе после ремонта и пополнения боезапаса. Ну, как видите, я тут уже много что исследовал, но купить не могу. Опять же, по причине нехватки львов. Ну, наверное, на этом я закончу. Хотя я снимал, скорее всего, около минут 10. Но это была такая пробная серия. Ну, вам понравится, я буду снимать больше. Не понравится, ну, снимать, наверное, не буду. Ну, может, еще попробую пару раз. Спасибо всем за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Свое мнение об этом. Что вы хотите, чтобы я снимал. И тому подобное. Ну а всем удачи и всем goodbye.